В физкультурно-оздоровительном комплексе аула Кашхабль в рамках районного конкурса «Ану-ка, парни!» в честь Дня защитника Отечества состоялись увлекательные спортивные соревнования. Организацию данных мероприятий осуществили навигаторы детства совместно с районной администрацией и ДСАФ аула Кашхабль. Для принятия участия в данном мероприятии прибыли старшеклассники со всего района. Их приветствовали глава муниципалитета Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Всех присутствующих сегодня поздравить с предстоящими праздниками, пожелать всем здоровья, благополучия, счастья, успехов. В нашей стране стала доброй традицией в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля проводить вот такие соревнования. Уверен, что сегодня проигравших здесь не будет. Еще раз, ребята, большое спасибо всем сегодня присутствующим с этим приятным праздником, который отмечает вся страна. Успехов, удачи, счастья. Сегодня присутствие на этом мероприятии, я считаю, оно очень важное, очень нужное, как сказал Заур Сергеевич. Нашу молодость, когда мы учились в школах, такие мероприятия проводились ежегодно, мы старались участвовать, показывая инициативу, проявляя какую-то инициативу, для какие-то достижения показывали. Сегодня я считаю важным, что и вы сегодня здесь, и будете принимать в этом участие. Я хочу пожелать, чтобы сегодня победила дружба, чтобы сегодня не было проигравших. Но те ребята, судьи, которые покажут результат чуть ниже, сделали соответствующие выводы и поработали над собой, над своими ошибками. В преддверии хорошего мужского праздника, ребят, всех вас поздравляю с этим праздником, здоровья, мира, благополучия. Выступление детского хореографического ансамбля «Стауч» стало началом спортивного праздника.
родной страны надежный щит. На страже мира, счастья и свободы солдат российской армии стоит. Добрый день, дорогие друзья, гости нашего праздника. Мы рады всех вас приветствовать здесь, в этом прекрасном зале. Даутова Сусана Рамазановна, советник директора МВУ СОЖ номер 2. Джумбахова Дарина Рашидовна, советник директора по воспитанию МБО СОЖ номер 1. Все может родная земля. Накормить вкусным хлебом, напоить родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить себя она сама не может. Поэтому защита Отечества – долг тех, кто живет на этой земле. Более 100 лет сильная половина человечества отмечает праздник силы, выносливости, патриотизма и добра. В ознаменовании Дня Победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 года был издан декрет о праздновании Дня Красной Армии. Впоследствии он был переименован в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И вот уже несколько лет он празднуется как День Защитника Отечества. Сегодня, накануне 23 февраля, Дня Защитника Отечества, мы хотели бы поздравить вас, наши дорогие юноши и наши многоуважаемые мужчины, с этим замечательным праздником. Мы в праздник пожелаем вам терпения в решении ваших жизненных задач, здоровья вам, любви и вдохновения, успехов творческих и всяческих удач. Мы славим своих воинов, защитников, мужеством и доблестью, не щадя жизни. Они отстаивают независимость Родины во все времена. Наш конкурс посвящен вам, уважаемые защитники Отечества. Районный конкурс «А ну-ка, парни!» проводится по инициативе советников по воспитанию всероссийского проекта «Навигаторы детства». Новая философия образования. И хочется, чтобы стал традиционным. В нем принимают участие юноши образовательных учреждений Кашихабльского района. Программа дня оказалась насыщенной и интересной. Были проведены разборка и сборка автомата, прыжки в длину, игра в дартс, стрельба из пневматической винтовки и надевание общевойскового защитного комплекта. Советники по воспитанию были призваны судить соревнования. Старт, внимание, марш! Разнообразие спортивных дисциплин, представленных на соревнованиях, позволило каждому участнику найти свою отличительную особенность и продемонстрировать свои навыки и умения. Все спортсмены показали высокий уровень подготовки. Победители были награждены почетными грамотами и ценными призами.